маленькая засранка все-таки схватила. Опа, оп, 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 есть. Три выхода было. Было, да? Мелкое. Мелкое. Но три выхода, да. Ну, я говорю, по крупной надо все-таки ходить. Да, блин, вон, видишь, в чем, блин, ходить, блядь. Уже весь мокрый, блядь. Херово, на сапожки. Сейчас немножко, может, просохнет. Вчера, смотри, слетел кто-то здесь. Да, да, вот я говорю, вчера был. Ну, не крупная. Потом, значит, оттуда одна поднялась, отсюда одну поднял. Сегодня опять здесь туда кидал. Там вот тишина вообще. Ну что, друзья мои, мы подъезжаем к поселку Шилово. Красивые мечи. Скоро будем ловить голавчика. Но впереди еще трудная и опасная дорога. Поехали дальше. Андрюш, помаши. Всем привет. Вот, говорят, из этих домов будут переселять и в Москву. Да. Ближе к центру. Я здесь не был, наверное, лет 5, если не больше. Здесь сейчас такие места я вам покажу. Просто шикардос. Сейчас я всех мух очищу, которые расшиблись об мое лобовое стекло. Вот. Многие называют это русской Швейцарией, что ли, по-моему, даже. Вообще тут такие продукты. Нам ничего, Андрей, не надо. Дальше потом все уже будет. Безвозвратная территория. Тут есть такие вещи. Поехали.
электрозащиту уже купил? Да не, она мне была уже давно. Красавчик. Рисовая. Пошел процесс. А мы пока достанем палаточку. Да? Наверное. Так, залазим в подпол. Достаем палатку. Так, там вроде бы нам больше ничего не надо. Дощечка порезать. Котелок, шмакелек пока оставим здесь, наверное. Так, плиту пока не достаю, наверное, не нужна, да? Да не, нахер. Так, давай, у тебя ловко есть? Да не надо чуть-чуть для сочности. Илюх, иди попробуй. Разогрел их нахуй, замечательно. Да. Да? В этом видео мы обломали ожидания многих, в том числе и свои. Мы так и не смогли поймать головля. Вода в реке была очень мутной, и почему-то была луговая трава. Почти при каждом забросе она прилипала к воблеру и сбивала его игру. Местные поговаривали, что головль уже как 5 дней не клюет. Мы проехали 350 километров в одну сторону и все же принимаем решение вернуться назад, к родным берегам, намотав почти 700 километров за день. Одного за одним таскает.
Хватануло? Не очень крупный, да? Ну что, мы приехали с дядей Андреем, наконец-таки. Отмотали сегодня 650. Километров 700, да, отмотали. Короче, были в районе Ефремова, с Москвы до Ефремова. Там половили на красивой мече. Вода мутная, ужасная. Но кое-какие кадры я покажу. Вот, и решили оттуда уходить, так как... Ну, просто вода, просто никакая, очень грязная, мутная. Главль уже как 5 дней не берет, на местные сказали. И решили, короче, рвануть оттуда. 300 с лишним туда, 300 с лишним обратно. И приехали на Карпов пруд. Здесь щука гуляет, будем сейчас пробовать ее ловить. У Андрюхи уже была потычка. И ребята вон тягают один за одним карпа. Погода пасмурная. Но рыба гуляет и активно. В этот раз мы стоим уже вот здесь. Не знаю, как нам тут повезет с соседями, нет, но решили встать здесь. Карп, короче, вовсю фигачит, вовсю берет. Ребята, вон там уже, наверное, штук 10 поймали, тут при нас. Завтра будем вставать где-то в часа в 3. Надеюсь, Андрей встанет. Ну, не встанет, буду ловить один. Я думаю, Андрей встанет. Надо, да, руки продезинфицировать. Давай. Будем руки дезинфекцию проводить рук. Хватит. А что это, Андрей? Дезинфекция. Рыба плещется в пруду. Сейчас будем ловить и ловить. А мы 650 километров и не ели. Да. Очень нам хотелось ночевка остаться на красивой мече. Но, к сожалению, я говорю, вода там просто ужас. Трава прям поверху плывет, прям вот даже осока, я бы сказал. Не та трава, которая именно, ну, водяная, а именно какая-то вот с земли, непонятно почему. Такое ощущение, как будто скосили и... Да, как будто комбайн туда. Он тягает вообще одного за одним. Уже при нас, наверное, блин, 15-й. Ну, маленькие они все. Красота. Сюда надо с детьми приезжать. Ну все, сейчас мы покушаем и попробуем покидать. Попозже увидимся.
Один сход у меня сейчас был на Химеру. Только что выход был за колебалкой. Только что под берегом выход был за колебалкой. Какой? Кислотный. Меня взял, это? Не. Попробую потом зацепить. Не, ну я поставил там гермуска нормально, на нахлебе нормально ловил. Она играет при падении очень хорошо. Что это такое? Это флюорокарбон. Что, смеешь совсем? Что, тоненький? Конечно. Вот это тогда? У тебя вообще все тоненькое. Просто поводок поставь и все, не парься, струну. Сегодня два выхода, блин, трындец. Один сход, точнее, один выход, блин. И все на зеленую. Все, наверное, уже поздно. Не клюет? Полдня еще ходил бы. Вон там мелко, короче. А здесь вот поглубже. Но обе у меня были. Вот первая там при тебе, а вторая здесь прямо на мысу. Значит, ты понимаешь, что она на мели, что ли, стоит. Да, то сейчас темнеет и вообще все. Так, спиннинги, как мы будем, что, куда мы... машину или у палатки будем ставить? Сегодня вечером рыба отреагировала на приманки. Это колебалка от Герман, моделька КР-201, вес 19 грамм, цвет В-002. И воблер Химера Делара 100 мм, весом 18 грамм, заглублением до 1,5 метра, цвет 301. Ну а впереди утренняя рыбалка. Рыбалка будет трудовой. Но мне все же повезет, и я еще поймаю рыбу. 3 часа утра. Первый выход. Щуки был. Опять под берегом. Вчера под берегом. Сегодня. Она идет за ним. Может, паузу надо делать побольше. Начинаю поднимать приманку. И уходит она. Пока щука не крупная. Ну, то, что я видел. На кислотник идет. Нравится мне этот водоем. Очень живой. Коротковат у меня, конечно, спиннинг такого водоема. Пойду сейчас за средством от комаров. Че, не выспался, что ли? Да ну нахуй, они даже дадут поспать. Собаки, что ли? И собаки, и люди нахуй. Собаки. И комары, блядь. И люди как собаки. Самое, знаешь, как у нее уже удара нет никакого. Да. Нахуй повис, блядь.
есть, 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 есть. Маленькая засранка. Все-таки схватила. Давай, убегай. Плавничок я тебя повредил, блин. Надеюсь, ты выживешь. Сегодня и вчера берет на кислоту. Под мегабас в антенн Герман. Вот такой. Окунец на Карповом пруду. Вот на такую химерку. Синенькая с рыжим. Дурашка заглотил далеко. Ну что, матросик, ты выживешь, нет? Беги. Это ж надо, а? Здесь такие водятся. Тихо, тихо,
Тихо. Химера. Тихо. Пусть живет. Сопливая щука все уделала мне. Ну что, друзья мои, бублерок замечательный. Правда, по мелочи, но все же развлекает.